Два крупнейших поставщика медицинского страхования в США запускают пилотный блокчейн-проект, направленный на улучшение качества данных здравоохранения. Несмотря на то, что компании United Health Group и Humana являются конкурентами в индустрии страхования жизни и здоровья, они сообщили, что разрабатывают вместе пилот в сотрудничестве со стартапами Multiplan и Quest Diagnostic. Создатели планируют посредством нового проекта сэкономить более 2 миллиардов долларов, которые тратили на точность и сверку данных.